Народный праздник 40 сороков отмечается 22 марта. Православная церковь в этот день почитает память 40 воинов-христиан, отказавшихся принести жертвы языческим богам и принявших мученическую смерть за веру во Христа при императоре Лицинии в 320 году в городе Севастия. Крестьяне на Руси выходили в этот день кликать весну. Этот обряд сопровождался песнями-веснянками. В народе про этот день говорили: «На 40 мучеников прилетает 40 птиц». На сороке день с ночью меняется, зима заканчивается, весна начинается. Считается, что в этот день из-за моря прилетают перелетные птицы. Хозяйки 22 марта пекли из пресного теста пшеничного или ржаного жаворонков. Выпечные фигурки птичек давали на забаву детям. Целый день ребятишки играли со своими жаворонками. Забирали с ними на крыши сараев, заборы, пригорки, деревья. Подбрасывали вверх, бегали по деревне, привязав печенье веревкой к длинному шесту, изображая прилет настоящих птиц. Все это сопровождалось пением веснянок. «Жавороночки, прилетите к нам! Тепло, леточка, принесите нам! Зима надоела, весь хлеб поела!» В гимназии мы тоже испекли жаворонков –